Режим кино, посмотрите одну из видеоверсий игры с определенной концовкой. Чё за? Эй, не надо мне спойлеров никаких. Что значит все погибли, все выжили? Не надо мне тут. Играть с друзьями, передавая друг другу геймпад. А, это... Не, я за все буду играть. Странное настоящее. Послушать подкаст. Надо туда смотреть. С вами странное настоящее. Подкаст о сверхъестественном. О сериале? Ну что, запись пошла? Да, кажется, да. Есть контакт. Мы в эфире, народ. Мы не в эфире. И начинаем первый эпизод странного настоящего. Это подкаст о сверхъестественном. Ваш проводник в мир мозговыносящего, странного и пугающего. Приготовьтесь, вас ждет настоящий шок, но мы постараемся ответить хотя бы на часть ваших вопросов. Ну, с вами Богу. Грейс. Антон? Ой, точно. А я Антон. И вместе мы докажем, что многие загадки в современном мире возникли из-за паранормального вмешательства. Нет, это ты хотела что-то доказывать. Я тут, чтобы спускать тебя с небес. И возвращать в реальность, когда ты, как всегда, слишком увлечешься своими теориями. Ну что ж, разве не за этим нужны друзья? Нет, друзья нужны, чтобы ходить в боулинг, например. С ними не записывают подкасты. Мы коллеги. Но кто же будет расследовать самые странные происшествия на планете, если не мы? Понятия не имею. ФБР, 500 других подкастеров. Нельзя же во всем полагаться на ФБР. Помогать своей стране святая обязанность каждого. Ладно. Да, звучит несколько старомодно, но этот принцип верен и сейчас. То есть у нас с тобой выходит патриотический подкаст? Короче, я сначала хотела сделать для слушателей какую-то вводную часть, раз уж это наш первый эпизод. Но потом я кое-что раскопал. Хера там была. Она примерно вот так вот. А, вы, наверное, не видите. А, мой этот не видно. Там, короче, где-то еще одна треть была. Я-то думал, это по-быстрому. Это потом можно послушать всегда. Так, а где? А, вон настройки. Так. Кинематографический фильтр, это что такое? Инди-ужастик. Ужас 80-х. Классический ужас. В чем разница? Ну-ка, что инди-ужастик делает? Набор персонажей, оригиналы. Ностальгия по 80-м, ностальгия по 50-м, ну это совсем уже. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Вот этого мне не надо. Хотя, блин, такой с... А, хотя, погоди, если это вот так выглядит... Так, кинематографический фильтр. А прикольно выглядит, более ярко так. Размер субтитров автоматически, фон начала строки. А, во имя персонажа. Геймпада нету, камеры нету, обучения нет. Заменяет основной музыкальный композиции на альтернативный. А, не-не-не-не. Все, let's go. Давай, спокойно, ночи. Вон, видишь? Это не кино, сразу говорю, это игра. Вау. Amazing. Нет.
Главное, чтобы по авторским правам не пришло. Зачем вырубила? Сам знаешь. Что-то не уверен. Начинается на П. Слово на П. Порнуха? Нет, Макс, потерялись. Нет, мы слегка сбились с пути. То есть я права. Это спорно. Ну ты кайфолом, женщина. Совет номер один. Интерактивные сцены. Знакомьтесь с этими советами. Они помогут вам справиться с любыми неожиданностями, с которыми вы можете столкнуться в лагере Hackett's Quarry. Благодаря Quick Time Events или QTE вы сможете вовремя среагировать на происходящее. Учтите, в Hackett's Quarry бывает опасно. Не забывайте смотреть по сторонам. Стоит расслабиться, и случится несчастье. Вы сами выбираете свой путь, но это не значит, что на нем не будет преград. Берегись! Какую? Да, детка, ловко ты. Вперед. Спасибо. Чем дальше, тем хуже тут дороги. Это все подготовка к жизни в летнем лагере. Точно, вот куда мы едем. Я уже 200 миль, как пытаюсь вспомнить. 200 миль, говоришь? Да. Знаешь, это не страшно. Я не буду о тебе хуже думать. Если б Колумб не заблудился и не приплыл к этим берегам, Соединенных Штатов не было бы. Пока хот-доги, пока яблочный пирог. Ну, он Колумб так и не в курсе был, что открыл, на самом деле. Ты о чем это? Он был уверен, что он в Азии. Реально? Да. Еще один парень, который не захотел признать поражение. Еще один парень, в честь которого целый праздник назвали. Подумай об этом на досуге. О, боже. Просто довези нас до лагеря, окей? А то я устала глаза закатывать. Я в процессе, в процессе. Наверное, взять карту. Вуаля! Что это? Да-да. Серьезно? Что не так с нормальной картой? Это нормальная карта. А в смартфоне? Не ловит. Конечно же. Так, сейчас... Значит, мы... На карте нет летних лагерей. А указателя не было? Эй, на дорогу смотри. Хо! Так, стоп, секундочку. Не обучение, а вот мышь. Так, вперед, вверх, ВСД, только ВСД, подтверждение. А то я просто Так, идти быстрее. Все, понял. А то я не на те кнопки жму, думаю. Куда надо нажать? Так, все. Ника. Сайан.
Да. Да, все целы, никто в самом начале не умер. Боже, что это было вообще? Медведь? Что? Или похуже? Нет, Макс, это был не медведь. А что? Вроде человек. Лора, ты серьезно? Вы человека сбили? Да нет, он уже мертв. Не знаю. Он был прямо перед нами, прям совсем близко, но, может, не сбили. Не там знаю. Же что-то лежал на дороге. Что там? Тачка в хламину. Сэн. Ну, может, все не так уж и плохо? Ну, надо проверить перед тем, как пытаться ее завести. Можешь ждать инструменты из багажника. Да, да, сейчас. Так. Алло. Не смертельно. Мама меня убьет. Бой. Интерактивные сцены боя даже будут. А, давай покопаемся. Что найдем, может? Двадцать первого мая 2021 года. Почему ты не сказал? Что такое? Я не успел прочитать. Спасибо. Да. Тебе помочь? Да, если можешь, подсвети вот здесь. Сейчас. О, спасибо. Поскорее бы убраться отсюда. Просто такие места всегда бейте по калачикам у костра, напевая песню. Думаю, у костра обычно никто калачиком не сворачивается. Почему? Ну, чтобы не загореться. Тогда представь, как свернулась калачиком у обогревателя. Где угодно, лишь бы не здесь. Я не могу вперед идти. Да ёпта. А. Ну... Берем соль, как говорится. Делаем круг из соли. Ты куда? Недалеко. Ты... Постой секунду, я почти все. Боже, Макс, скорее! В чем дело? Не надо. А вдруг там внизу кто-то есть? Ничего делать не надо, не самое время. Да, может, помочь нужно. Мы вроде никого не сбили. Может и нет, но я кого-то слышала. Женщину. Ты видел женщину? Думаешь, это мы? Я хочу проверить. Окей. Я... Только далеко не ходи, окей? Да, осторожней. Да. Да. Удачи с машиной. Плохая идея. Так, уверенно прям идет. Найдена улика по Катхарум Скарум. Кьюшу. Да сука. О.
Покупайте билеты, храм с храм, захватывающие представления, гадалки, уродцы, тайны и магия, иллюзионисты и фокусники. Я не туда нажал. Ой, какой зловещий лес. Не нравится мне тут уже. Что у нас тут? Сундук иллюзиониста. Набиты странными приспособлениями. Может, это реквизит иллюзиониста? Должно быть, он остался после бродячего цирка, который останавливался в этих краях. И где он тут мог остановиться? На дороге? А, ой, я вот куда вращаю, вот так вот. Она туда и светит. Это мне ничего не дает, правда. Так, можем пойти туда. Что это? Мост? Улика, сломанная клетка. Мальчик-пес? Похоже, здесь жило какое-то животное. А это клетка? А, реально. Ну и дичь. Чё, большая клетка. Дерьмо. А теперь вопрос. Где Саймон? Сайлас. Можешь сюда подойти. А ну, я попробую вот так делать. О, прям в камеру свечу. Silent Hill хотя бы шептал. Так. Я готов. Я готов. Шо там? Где? Что? Пожалуйста. Помочь? Не стой на месте, беги. Я готов. Случилось, ну же. Там что-то было. Как будто какие-то звуки со всех сторон. Зай, успокойся, все в порядке. В лесу много всякого. Животные очень легко испугаться. Нет. Мы можем просто уехать. Да, едем. Хорошо. Как хорошо, что машина не так уж пострадала. О, сзади еще появится. Смотрите, поем. Да, завелась. Урчит, как котел. Макс, скорее! Уже едем, поехали. Серьезно? Макс! Я же... Дай мне минуту, сейчас. Надо ехать, Макс! Лора, расслабься, ладно? Прекрати, я просто хочу свалить отсюда! Хватит уже!
Черт, Зая, прости, извини. Толкнуть надо. Ничего, ничего. Сука, давай. Ничего. В машине безопасно, все хорошо. Ага. Ебать, мать твою! Твою ж мать, я думал, сука, я где-то тебя видел уже. Опустите. Офицер, доброго вам вечера. Кто-то из вас ранен? Мы в норме. Немного испугались. Толкни машину, пожалуйста. Она застряла. Угу. Что-то ты темнишь, вы шейф. Расскажете, что случилось? Что такое? Путь выбран. Ну, у кого началось мысль с дороги, что-то выскочило, на дорогу. Ну, что-то выскочило перед машиной, и чтобы не врезаться, мы свернули, и сами видите. Что-то выскочило? Ну, бля, даже хер знает. И то хочется выбрать. Было темно. Извините, было очень темно, и все так быстро произошло, и она сбежала. Она? Она? Вы кого-то сбили? Нет. Да, блядь, кого-то бы сбили, уже бы на дороге валялся бы. Я так не думаю. Валялась. Я не знаю. Сэр. Не глушите мотор. Сэр? Согласись, это прям самый жуткий в мире коп. Не знаю, я так. Он будто из этой... Никогда. Из техасской резни бензопилой, шейф. Или из поворот не туда. Хотя нет, там были они не такие жуткие. Он явно из техасской резни бензопилой сбежал. Ну что, может, расскажете? Какого черта вы делаете в такой глухомани посреди ночи? Они куда-то ехали, наверное, 100%. Любуемся видами, мы направляемся в лагерь. В летний лагерь Хэкетс Квори. Мы новые вожатые. Вы раньше срока? Нет, то есть, да. Ну, мы хотели приехать раньше и все осмотреть. Ну вот. Но мы их предупредили. Если честно, один из нас переоценил свои навыки навигации и заблудился. Вы не доберетесь до Хэкетс вскоре. Почему это? Не сегодня. Отель Харбинджер. Он недалеко отсюда. Переночуете там. Спасибо, но думаю, мы все-таки поедем дальше. Опять же, мистер Хэкет нас ждет, мы ему звонили. Нет, мэм, вы поедете в мотель Харбинджер. Вам все понятно? Что с твоими глазами? У тебя зрачки расширились. Но если уступку сделать, то это, наверное, легкий вариант, чтобы уже отвязаться от него. Но если настойчивость, то, ну... Ну, мы же все равно поедем туда. Верно? Почему нет? Это почему? Это еще не при скажу. Всем уважении, а почему нам нельзя в Хэкетс Квори? Потому что я вам сказал ехать в мотель. Так, простите, знаю, я не понимаю, свои в чем полномочия. Дело. Выйдите из машины. Что? Сэр, нет. Она ничего не сделала. Мэм, если вы выйдете из машины, я покажу вам на карте, как туда проехать. Угрожающе-то. Точно. Блин. Вы сидите там. А, то есть ничего, своего уровня ты не захотел, чтобы он вышел. Чтобы именно женщина вышла. Ну и... Так. Значит, мы
Сука, ну да, как вот ты делаешь? А мотель Харбинджер здесь. Так, а где вы сказали Хэкетс Куори? Ну? Думаю, господа из мотеля Харбинджер вам все расскажут завтра утром. Бля, ну ты ему дела. Ага. И реально, самый странный коп, который я видел. Сука, он демон. У него черные глаза были. Мотель Харбинджер. Держитесь дороги. Так, а если там кто-нибудь есть? Я посмотрю. Удачи. А почему он один? Мне все казалось, что их двое должно быть. Блин. И чего он там теперь сидит? Ждет, пока вы уедете. Не, честно, этот мужик был капец какой стрёмный. Ему бы помыться раз 10 подряд. Да вот тут это не точно. Да тут а не помыться. Это кровь? Странно, что-то немного. Рад? Встреча? Да уж. Ладно. А, ну он что, еще и две не закрыл, походу. Да. Думаю, на эту ночь с нас хватит лесных приключений. Точно, так где там мотель? Значит, мы здесь, а мотель здесь. Окей. Но мы едем сюда. Что там? Хэкетс Куори. Откуда знаешь? Да вот, выведала незаметно. Офигеть! Уверена, что не стоит поехать в мотель, как он посоветовал. Милый, ты правда хочешь последовать совету стрёмного копа, который встретил нас в стрёмном лесу и сказал, что хотя не судите по одежке. По одежке. Точно нет. Ну что, едем? По внешности не судят. Хотя он все равно стрёмный. Боже мой, если бы он еще раз назвал меня мэм, я бы ему этот значок в жопу запихала. Ну, я разве похожа на мэм? Мне до мэм еще лет 20. Угу. Если честно, что? Ну, как бы... 20! А это щедро. Так. Ты станешь щедро. Только горячее. Все, хорош. Да вы издеваетесь, тут никого нет. Нахера мы сюда перлись? Макс, а может осмотримся, прежде чем психовать? Так ты говорила с Хэккетом или оставила сообщение? А не пофиг ли? Нет, как видишь, не пофиг. Эй! Голосовые он не слушает. Ну я же не телепат. Нет, тут точно кто-то есть. Или это брошенная машина, и мы впустую да тратим время. Да кто тут время? Будет бросать... Я в машину. Макс, скорей. Макс, не О. будь козлом. Ну, он ему дело, конечно, бросил нас. Давай, открывай. Есть кто дома? Так, а если мы туда пойдем? Мы же можем взять и обойти. Почему она не может дальше идти? Она не может туда идти? А, видимо, свободы действия прям тут особо нету. Либо налево идти. А, то есть, погоди.
Ну, вперед, В. Да-да-да, вот только так могу выйти. А вот туда дальше не могу идти. А о, блин, какое интересное управление. Давай, давай. Она не идет дальше. Хотя, видимо, туда и не надо идти, но все равно. Он не хочет туда идти. Так, 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 так. Стой, 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 стой. Не, реально управление какое-то интересное. Не с первого раза, слушай. Три волк, три хаус, Джетти, Булат хаус, Кар парк. Килл ю... Чего? Класс. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Дебильная фраза, если честно. Че, к машине можно подойти? Ладно, идем тогда туда, вниз, видимо. Здоровый домина, однако. Давай, иди, женщина. Она не идет. Вперед. Вперед. Она не идет, она не хочет туда идти. Только влево-вправо. Вот я только влево нажимаю. Она не хочет вперед идти. Она реально не хочет вперед идти. Так, стоп, секунду. Почему? А ну стой. Блин, она то слушается, то не слушается. Реально, как-то странно. Я надеюсь, не у меня одного такое. Точнее, надеюсь, у меня одного такое. Так. Ага, первый признак того, что нужно валить. Шум. Эй! Вы там живы? Сейчас вернусь, я за помощью. Ой, не к добру это. Макс! Макс, иди сюда! Что такое? Там кто-то вроде не может выбраться из бункера. Что? Бункер? Это мистер Хэкет? Я не знаю. Принеси инструменты, сломаем замок. Туда машина заедет. Эй, это я! Мы вас вытащим! Эй! Эй! Стоп, что это? Ты сказала инструменты. Так чего ты не принес? Там кто-то есть. А, я никого не вижу. Смотри. Там да был. Смотрю я. Дай-ка мне. А, вниз уходит. Но там точно кто-то был. Ладно, ладно, так. Давай еще скажи, чтоб... Молоток. Молоток. Точно? Будет очень громко. И кого мы разбудим, мне интересно. Ну... Блин, я даже логику не могу найти. Ладно, давай. Ладно. Так, да, ключ. Сейчас скажет, будет шумно, непрактично. И она такая, давай молоток. Ух, мощь. Помочь? Да. А, то есть с замком не хотел помогать, а с этой ладно, с дверью помогу. Дам и вперед.
Так, вниз. Это самое сложное сейчас будет спускаться. Я В и стрелочку вниз нажимаю, чтобы они спустили. А, они сами спускаются. Помнишь зловещих мертвецов? Да, там мужик с бензопилой. Эй! Вы целы? Вы есть? Вы существуете? Эй, осторожно. Обо что споткнемся? Бля, ну ты сыкло. Ян. Сверху что-то упало, сверху кто-то есть. Кто-то сверху есть. 100%. Собака. Почему я на кью не могу нажать? Господи. Что за дебилизм? Макс? Почему я не могу нажать? Так, настройки. Ну, без рамки. Ну, ладно. Да что с ней не так? Не, реально больник. Алло. Зая, может, это был опоссум? Да нет, там что-то тут наверху. Точно кто-то был, я клянусь. Эй, ночь была адской, да? Давай поедем в мотель, потом вернемся утром. Можем все тут осмотреть, но... Ты уже с ног валишься, я так точно. Нам мерещится. Макс? Макс! Ебать там. Это что за хуйня? Макс! Кровь. Помоги. Что она сделала? Кровь. Ну, помочь. Что это такое напало? Что его тащили? Ах ты мудозон, я так и знал, что что-то с тобой не то. Это по-вашему? Похоже на мать его мотель Харбинджер! А, то есть, даже если бы я убежал, он бы нас встретил и убил. А зачем он? А что он в кого? А, там еще машина одна стоит. А, точно. Не было же... Это же... Пролог. Ё-мо. The Quarry. Supermassive Games представляет. Правильно, это же они?
Здравствуй, друг. Добро пожаловать. Мы ведь друзья, правда? Да. Hello. Я ждала тебя. Ждала, да. Извиняюсь за ожидание. Я надеюсь, что наши беседы многое объяснят. Не волнуйся. Я хочу помочь тебе. Считай меня проводником в мир тайн. Это волнует. У меня больше хранитель нравился. И знаний. Пугающе. Но если не струсишь, если ты позволишь мне, я помогу тебе. А ты помоги мне. Чем тебе помочь? У тебя нет карт, так что я ничего не смогу показать. Присмотрись. Карты ждут. Сперва помоги мне, затем мой черед. Мы ведь с тобой друзья. Твои слова. Пока нет, еще но... лучше. Карты ждут тебя. Тебя ждет много секретов. Секретов и лжи. Тайные пути, которые я могу открыть. Что скажешь? Пока. Помоги помочь тебе. И помни, что нас не убивает, делает нас сильнее. Глупая фраза, мать. От того, что телефон не убивает меня, он меня сильнее не делает. Hacked Quarry Forever. Вход в летний лагерь. Hacked Quarry. 17. Да. Столько сердец разбивается сегодня. Прям чувство апокалипсис. Кто знает, цинизм. Ну, кто его знает? Вселенная умеет решать такие дела. Вселенная? Ну, типа космос, там, не знаю, боги. Боги космоса? Ну да. Говори. Да нечего говорить, все норм. Вообще норм. Просто супер норм. Ну чё, бросила, да? Да, хорош. Салют, Эмма. Хай. Так, это... ты слышала когда-нибудь раньше про глазомер? Не, глазомер для ботанов. Захвати последнюю пару сумок, плиз. Да, босс. Привет, Эмми, от меня. Вот ты сучка. Да, это факт. Блин, я... Во-во-во. Во. Тебе Джейк, полегче сумки. Управление стало. Вперед. Да мы поняли. Джейкоб идет наверх, берет сумку. Кейтлин делает свои дела. А, ой, блядь, я думал вот эти все сумки разгружать. Сука. То есть, главное, в начале, когда пролог был, вид был не такой. То есть, он где-то... Камера была, как в старом Resident Evil. А тут уже от этого лица пошло. Ох, зараза. Что такое? Привет. Эй, вы мне сумками поможете или как? О, ну...
Такое дело, мы как раз ремонтируем дверь. Она... Ну, Дилан, она сломана. Пожалуйста. Я не могу. Блин, мне последнее осталось. Что с ней такое? Она сама Дилан, открывает. Ты... Бро, прости. Да, спасибо. Одну моя дверь. Вот мудилы. Хотят помогать. Hackett Quarry, Summer Scams. S19153. Так, логинная табличка. Тут также все забаррикадировано. А где та женщина все-таки? Которая с крысом. А, не, вот, опять вынулась эта камера. Ужасы. Ненавижу ужасы. А зря. У них много хорошего и плохого. Но больше хорошего. Интересно, что это за твое было там в подвале? В чем прикол? Нафига? В мою защиту, А, это Дилан придумал, и Б, было очень смешно. О, да, надо же, ты в этом уверен? А, такие правила. Похер, короче, ты мне с сумками поможешь? Не, мне надо дождаться мистера Хэ с нашими телефонами. Господи боже, ладно. Что у нас с лестницей? А, видимо, чтобы не дать енотам и прочим паразитам тут все разнести. Мистер Хэ так сказал. Чего? Доска. Так они и так промчатся там. Они ж пролезут тут везде. Это их реально остановит, думаешь? Это лестница для них просто. Блин, ну где-то есть и вторая лестница. Наверное. Дилан, это ты? Я не настолько многозадачен, Джейк. Что там такое? Я ж не вижу. Что в этом коридоре? Я уперся в стену, невидимо. А, он еще лестница, походу. Тут бы ремонт не помешал. Как минимум. И побольше света. А! Боже. Блин, и тут забаррикадирован, да вы издеваетесь. Как тут еще по... Ну это все можно отодвинуть. А. Ну все, сумки на месте. Круть, и все сам, да? Вот-вот. Ага. Ну да, привыкай. Боже, ты просто чудовище. Зато честная. А, ну началось. Да нахуй такую честность. Ты ведь не все про вас, Сэм, и рассказала, сынок? А, я понял. То есть, по-твоему, это я не все рассказал, да? О, Джейк, за такой вопрос может прилететь в нос. А, извини, отвлеклась на рифму и забыла, о чем. О, не-не-не-не, ты как раз говорила мне, как ты запала на Райана. Стоп, мы о Райане, инструкторе сексуальном, мрачном одиночке, который вообще не в моем вкусе? Эм...
Давай пока не серьезно. Сексуальным, да? Вообще чистый секс. Конечно. Слушай, мы с девчонками в комнате еще на второй день все решили. Первый Райан, потом я, потом Дилан, Эмма, Эбби. Так-так. Ник, мистер Хэ и... Что за мистер Хэ? Закончил он. Да, продолжай. Нет, это все. Все здесь. Так и что, она реально тебя бросила, да? Ну, не знаю. Она такая, как мы будем, разные колледжи, все такое, бла-бла-бла. Ну, а я такой, ну, знаешь, давай попробуем отношения на расстоянии, бла-бла-бла. Ага. Она такая... Говно это на расстоянии. И зыркнула тогда. Ага, типа пипец. Да уж. Не хочу расстраивать, но ты поселился у нее под каблуком. Вот как она это делает? Ой, это изи. Это... Это просто роман. Ну, давай реально смотреть на вещи. Она права, это был летний роман. Что из него могло получиться? Ну, прикинем. Любовь, стабильность, помолвка, свадьба, дом, ребенок, интрижка, ребенок, развод, раздел имущества, одиночество, алименты. Внезапное примирение, пустое гнездо, пенсия, внук, внук, внук. А, дом престарелых и, наконец, смерть в объятиях друг друга и похороны в таком же виде. Типа как скелеты, которых раскопали в Риме. Ну, угадала? Ой, нет, это про нас с Райаном. А, сейчас, 5 секунд. А, вот. Про тебя, минет, за рулем. А, нет, это в списке вообще у всех мужиков. Сука. А? Приемлемо. Так, мне просто интересно, а это ведро с гайками вообще куда-нибудь поедет? Посмотри, надеюсь. Еще одна ночь под открытым небом меня доконает. Эй, что нас не убьет, сделает сильнее. Заткнись, тебя я не убила, пока, но тебе не помогло. Слышь, заткнись. Так, ну, чисто теоретически, если представить, что я полный мудила, и я решил сломать фургон, чтобы мы тут остались еще на ночь. Как именно я бы это сделал? Колеса бы кого? Сломал бы бензопровод. Или вырвал бегунок трамблера. И да, ты был бы полным мудилой. Ясно. А, слушай, а как выглядит бегунок трамблера? Как бегунок, который вращается, ну, под маленьким черным колпаком с проводами. Да шины прокали, и все. Ты же понимаешь, что даже если мы тут застрянем, еще одна ночь с Эммой ничего не изменит. Поверь, она все решила. Да. Да. Ну вот и проверим. Это лучше. Уж лучше он пусть он заберет, чем сломает, и потом, когда срочно нужно будет от кого-то уезжать, а кто-то сломал. Идем. Кто же это мог быть? Хотя, если его украдут, то эта вещь будет у него. Эй, чувачки! Чего у них рожи такие хитрые? Эй, Джейкоб! Что? Нет, не надо! Стой! Стой! Лови! Оу! Ник! Ну ты ему дива. Бум! Оу! Полетел. О, чувак, красавчик. Жаль, у меня нет баксов. Блин, со всех сторон, придурки. Не надо было ловить. Я ценю фишку про ноль технологий, но как же приятно. Мистер Хэм мог бы и подзарядить наши телефоны хоть немного. А сам ты не при делах, да? Знаешь, его лучше отложить для особых случаев. А быть брошенным сюда подходит? Жестко. Ну и лицо у него. Так, дружелюбие, раздражение. Давай дружелюбие. Ну, зато мне этим летом хоть что-то перепало. О, черт. Он нас уел. Знаешь, может, не все хотели с кем-то замутить? Все, давайте уберем свои пиписьки и продолжим сборы. А где остальные? Сразу, на серьезке. Откуда мне знать? Иногда ты знаешь больше, чем я. Ник, я даже не знаю, как на это ответить.
Скажи, Ник, ты намного умнее меня, ты горячий мачо, который уломает любую. Ага, размечтался, сынок. Их бы еще всех запомнить, потому что, ну блин, я никого не запомнил до сих пор. Да здравствует лагерь. Опа, а это другие уже. Хорошо рисует. Ну, привет, подружка. Докладывай. Все, официальный синдром пустого гнезда. Дай пять, красотка. Боже, тебе вот-вот вернут смартфон? Пойдем возьмем свои сумки и свалим навсегда из этого отсталого комариного болота. Дверь закрыта, а сумки внутри. Сука. Да. Ну, по-моему, план действий очевиден. Найти ключ? Вершить свою забраться судьбу. Через и окно. И под этим я имею в виду победить этот дурацкий замок и забрать свои сумки. Давай. Ладно, давай. Надеюсь, нам не влетит. Я никому не скажу. Мистер Хэкет узнает. Ну и что? А, капец, решив, она что высокая. Это медведь, например. Ты тут видела медведей? Нет, но это не значит, что их нет. Аргумент. Ну ладно, поехали. На счет три. Раз. Два. Три! Я тут думал, они просто вскрывают ее. А, они просто выломали. Зачем я тебя слушаю? Я всегда права. Ты уверена, что подумают на медведя? Боже мой, да расслабься, мы никого не убили. Забрали ладно, свои так, вещи. Я еще раз быстро осмотрюсь, чтобы мы точно ничего не забыли. Ну что, вперед? Кстати, а зачем вот, ну, неужели тут, типа, проверка на кражу, что, мол, запирают? Сложно поверить, типа, что дети что-то украдут по этим жестким пружинам. Так, что там про фрика? Как это в новости попало? Обрывок местной газеты, Норк Килгазет. Похоже, выпуск старый, что-то о пожаре. Это случилось здесь, в Хэкетскворе. А, я не могу там листать. Не, вот сейчас нормальное управление, а там вообще оно как-то криво о, было. Изи его любила. Я хочу поиграть! Изи его любил? Может, заберем его? Вернем тебя, Изи. Да, да. Я думал, себе заберу. Путь обновлен. Хоть бы представляли там, как в Until Dawn, там вот это вот. Там имя. Ты читай характер сразу вот. Чтобы понятно было. Куда идти? Она куда-то туда ушла. Что это у нас тут? Доказательства, чуй. Оу, надеюсь, Джейкоб этого не видел. Пустой флакон с неприятным запахом.
Дилана? А вот и, допустим, если я сюда захочу. Они же все закрыты, правильно? Ну да. А там бассейн целый. Ну, машины тут нету. А, вон. Да, вон она стоит. А туда можно? А, нет, там закрыто. Значит, туда. А, это тачка какая-то. Как на гольф-каре. Да-да-да-да. Ты готова? А, вот Эмма. Да, готова. Готова. Эбигейл, Эмма. Надо их запоминать уже. Свобода нас ждет, подруга. Пора отрываться. Что ж ты такая крутая, борзая, самоуверенная? Да, это игра. То, что хотят видеть другие. Притворство? Ну, отчасти. Надо оставаться самим собой. Значит, быть собой. Но громче. Ты тоже попробуй. Кто знает, кого это впечатлит. Не, все равно уже поздно. Для чего? Для Ника? Не узнаешь, пока не рискнешь отдаться. Блин! Ну ты рулишь, Текс. Пардон? А что я правильно все сделал? Ладно, теоретически, если я все же решу открыться, что если ничего не выйдет, как у вас с Джейкобом? По правде, он милый. Но вы расстались. Летний роман между нашими школами и 4 штата. Он понимает. Ну да. Но это мы. А с Ником может быть иначе. Возьми его номер, позвони. У меня есть его имейл. Нам же давали распечатки. Имейл? Тебе 93? А что не так? Я буду скучать, Эбби. О, стой! Но коттедж же ведь в той стороне. Сверни тут. Что? Давай, красивый путь. Последний победный круг по лагерю. Давай, ну. Ничего не предвещает беды, папа. Yes. Ладно, а в чем победа? 2 месяца без технологий. А мне понравилось быть офлайн. Фу, мне нет. Как и моим подписчикам. Как они могут жить без тебя? Я тебе верю. Знаешь, а я тебе верю. Эбби, это что, комплимент? Перед тобой не устоять. Даже я бы подписалась. Сила харизмы. То-то же. Как будешь дома, подпишись, поделись и лайкай во всю мощь. Сразу все. Кажется, я погорячилась. Нет, ты меня любишь. Обожаю. Кострище? Нет, остров. Так уединенно. Это дым там? Кому-нибудь сказать? Да, вроде все под контролем. Наверное, мистер Хейс сжигает старый хлам перед тем, как закрыть лагерь до лета. Да. Что за мистер Хейс? Кстати говоря, пора бы нам. Что за мистер Хейс? А, да. Боишься, что Ник, ну, уедет без тебя? Да нет, наверное, все только нас и ждут. Ага. Все нас ждут. Да, все. Ник. Все. Ник. Он без разницы.
Вход летний лагерь, Хэкетскуэй, 18.01, дело. Спокойно, Джейкоб, все в норме. У меня полный заряд, так что... Ага, вот, вот это дело. Ну ты дурак. Все перестали покупать зарядки? Все равно сигнала нет. Все перестали покупать пауэрбанки? Это ты про свой? Что? Нет. Неважно, я что-нибудь выжму из мистера Хэя перед поездкой. Чё-то фу. Ник! Ага, а где вы были? Какой любопытный. Не слушай ее, прошу. Поехали! Вот, только надо эти сумки загрузить. Ой, давай я тебе, давай помогу. Я справлюсь со своей сумкой. Спасибо. А ты уверена? Если что, мне совсем да не сложно. Она и сама прекрасно справится. Мы обе справимся со своими сумками. Спасибо. Круто. И таскать не надо. Эбби, тебе помочь? Да. Можно? Спасибо. Бросать не обязательно. Хотя, если там одна одежда, то можно. Эй, Райан, видел кто? А, да, наверное, сидит где-то. Весь молчаливый и загадочный. Я тут. Что ты там делал? Ты где был вообще? Прятался от кого-то? А, я подкаст слушал так-то. А, подкаст? Круто. А про что? Про меня? Чё? Да, про что? Может, про меня? А, бля. Ты думаешь, я слушал подкаст про тебя? Бля, начали не понял. Если про кого-то это будет подкаст, то про меня. Ага, подкаст «Как выглядеть и пахнуть, как жопа». О боже, ты как дошкольник. Зато не выгляжу и не пахну, как жопа. Нет, он про паранормальное. И что странно, тот эпизод был про это место. Про коргу Хэкетскуори. Про какую еще коргу? Что за корга Хэкетскуори? Не знаешь про коргу Хэкетскуори? Потому я и спрашиваю, балда. Расскажи ей про коргу Хэкетскуори. А вряд ли она хочет слушать про коргу Хэкетскуори. Может, уже хватит повторять корга Хэкетскуори? Да вы заебали уже. Это просто про кого? Детская страшилка. Там, короче говоря, одна старуха. Так. Ну, погибла в пожаре когда-то там. И ее дух бродит и мстит здесь. В поисках своего сына. Говорят, кто-то слышал шепот, типа того, а рядом проплывал силуэт. Надо найти ее остатки и сжечь их. А еще говорят, что если она тебя поймает, то превратит в своего сына. Как того, который в подвале убьет, был? Или убьет, или не уверен, непонятно там, вот. Корга Хэкетскуори. Ты это выдумал. Все было в подкасте. Cool story, бро. Подкаст. На коленочке сделан. Сука, ну и ебальник у него. Так, поддержка видео бы ты детей. Че? Видео бы ты детей. Может, знаешь лучше? Да, знаешь лучше? Да не, я же без сарказма. Я рассказал не так. Не надо. Я просто не так выразился. С этим стоит поосторожнее. Все так и есть. Да ты гонишь. Чего ждем-то, хакетеры? Почти все, мистер Хэ. Живее. Что за мистер Хэ? Ну-ка, одевайтесь. Кейс. Почему ты мистер Хэ? Простите, мистер Хэ. Нам надо было освободить сумки. Заткнись! Если бы кто-то не тратил столько времени на охмурение девушек рассказами о призраках... Нечестно. О призраках? Карга, Хэкетскуори. Во!
Ключ от фургона у вас, мистер Хэ. И то верно. Блин. Когда-нибудь я голову забуду. Надо в офис вернуться. Серьезно? Поможешь мне, Райан? А, да. Эй, мистер Хэ. Чего, диджей Дилан? Можно мне смартфон подзарядить? Музычку в дороге послушать? Не выйдет. Зубами что-то? Эй. Круто. Ну, это вообще не круто. Слышь, блин. Чувак, да я самый крутой братан во всем мире, блин. Мне просто нужен музон в дорогу, блин. Ладно, хватит. 5 минут. Мне нужно всего 5 минут, блин. Он сказал нет, Дилан. Да, я понял. Просто... Я к фургону, окей? Ну, окей. Он опять... Ну это, ой, коттедж, Крис, хорошо, что мы можем сейчас поговорить. Ой, я что, уволен? Ха, нет, я просто, ну, насчет того разговора. Об этом позже мне надо ответить. А, да, да. О, а, простите. Алло. А, я вначале думал, что когда с зубами вот такая же вот, ну, там немного разбухает, там, если справа там десна, то получается, ну, справа же. А, все нормально. Слушать подкаст, подслушаем, да, послушаем. Что? Потому что это дети. Нельзя слишком на них давить. Они уже почти уехали. Время уже на исходе. Нам нужно, чтобы... Да придержи ты, блин, коней, ладно? На нашей стороне все в норме. Мы с Бобби собрались. Если он рядом, мы его возьмем. Зря время тратим. Мы оба это знаем. Нет, должен был? Затих он. Видимо, не высовывается. И, кстати, чем дольше я с тобой болтаю, тем позже избавлюсь от этих чертовых детей. Да, конечно. Адьос. Он идиот. Простите, я не слушал, я просто ждал, то есть услышал, то есть не слышал, что вы... Блядь, ты такая руина, конечно. Извини, что был рисковат. Сразу отошел бы там, сделал вид, что подкаст слушаешь. Вам помочь искать ключи? Нет, конец лета, куча дел. В общем, что ты хотел? А, да, я насчет школы анимации хотел поговорить, узнать ваши мысли. Так. Ну там, стоит ли мне оставлять сестру с бабушкой и дедушкой, ведь я в кампусе буду жить, и мама неизвестно где, так что я бы не хотел оставлять Сару одну. У нас семья и так небольшая. Ну, семья – это важно, Райан. Вот черт. У вас все в порядке? Вечером свидание? Ох, блин. Если бы ты знал. Так, зачем я был вам нужен? Ты один из моих любимых вожатых, Райан, ты знаешь? Хороший парень. Но знаешь, сколько родителей мне звонит? Сколько писем присылают об испуганных детях, уехавших домой? Много. Я про это не думал. Хочешь верь, хочешь нет, но распугивать детей из лагеря вредно для бизнеса. Так что, может быть, поменьше историй о призраках? Ну, да, тут. Простите, я не думал, что все так серьезно. Нужно понимать, хотя последствия это, блин, своих действий, дружок. Кого сегодня испугает вот история про призрака? От кого? Лидера.
Их особо не испугало, да. Это их просто, ну... Лучше просто пойте кумбайя, ладно? Как-то они... Что это? Ну... Вы что, больше не поете кумбайя? Охо-хо, вот и выросло с натяжкой поколение. Нет, короче. Слушали. Серьезно, Крис, в чем дело? Я просто хочу спокойно вывести вас отсюда до заката. Почему до заката? Зачем? Уже темнеет, Райан. Ехать в темноте небезопасно. А от безопасности до веселья один шаг. Одну минуту. Черт побери, да где же они? Попрощайтесь с Калебом и Кейли. Они как-то ускользнули. Да ты их увидишь через год. Калеб в межсезонье на свалке работает, ну а Кейли... Она пока еще думает, кем стать. А, это реальное фото? У нее вся жизнь впереди. Они, по сути, делают, что хотят. Подростки, что с них взять? Мне бы со сборами помощь пригодилась, рук не хватает. Вы и так неплохо справились. Я передам, что ты хотел попрощаться. Открыл фургон, сунул ключи в карман, пришел в офис. Там, где оставил. Ага. Там, где оставил. Ну, пойдем. Сука, мне показалось, картина у него живая там. Убедись, что все готовы ехать. Только нормально. Стоп, а как ты получил свой телефон раньше нас? Я его не сдавал. А что так можно было? Надо было выключить его перед тем, как сдал, Дилан. Это же правило, нуб. Нуб? Я стараюсь не жить прошлым. Да. Как раз пора подумать о будущем, сесть в фургон и поехать домой. Все, погнали. В чем там дело? Блин, не знаю. Кажется, что-то с двигателем, мистер Хэ. Это я вижу. Да вообще полный капут. Дай попробую. Зачем? Говорю же, он накрылся. А может, ты не так делаешь? Может, ты не так делаешь? Слышь, ты чё? Хватит! Прекратите оба! Чёрт, давай, эй, давай! Полегче! Тише, уже. Тише, блин! Чёрт! Разве я не говорил вам всё проверить? Ну да, и тогда всё работало. Как видишь, тогда работало, а сейчас не работает, правда? Ну, чёрт. И так бы остались здесь. Как ни крути. Ладно. Ладно. Слушай, ну, ничего страшного, просто проведем тут лишнюю ночь. Нет! Нет! Все, стой! Дай подумать. Ну как, подумал? Ладно. Черт. Ты прав, ты прав. Что? Да, ты прав. И нахуя? Эй, Райан, подойди-ка сюда. Убедись, что ночью все будут сидеть в коттедже, запри двери. Никто не входит и не выходит, ясно? Никто. А что пойдет? Ладно. Я вернусь утром. Главное, чтобы даже никто до рассвета не выходил. Можешь мне это пообещать?
Ну, конечно. Да. Да. Мы будем внутри. Молодца. Не уверен, но все равно. Все будут. Запри двери! И ради бога, не гомоните вы там! Так, и что это было? Он сказал сидеть в доме и не выходить до утра. Это прикол такой? Эмма! Это прикол такой? И что нам делать? Ну, надо сделать, как он сказал. Мы можем пойти в дом до утра. Да. Или... Или можем сделать кое-что другое. Это ты о чем? О чем ты сейчас? Мистера Хэкета нет, песклявых детей нет. Только кучка взрослых, готовых дать волю своему животному началу. О, да, блин! Вечеринка! Кому, народ? Похоже, звезды нам благоволят. Ладно, ладно, ладно. Последняя эпичнейшая тусовка у костра. О, чувак! Итак, я за, Ник, за. Я за. Дилан за, очевидно, братан. Кейтлин? Я отвечаю на зов. Так, окей. Эмма, а ты как? Да, я за. Мистер Хэкет настойчиво просил остаться в коттедже. Да он просто напугать нас хотел. Ну, типа как... В идиотских историях Райана. Зачем ему нас пугать? Я не думаю, что он нас пугал, Джейкоб. Кажется, он сам был напуган. О, господи. Ребята, Крис однозначно не шутил. Просто скажи «да», давай, последний раз. Да. Чел, он не узнает. Но я обещал. Не-не-не-не, чувак. Все норм, мы вкурили. Ты просто не хочешь расстроить папочку. Но зато хоть кому-то не насрать. О. Блин. Делайте, что хотите. Ау. А я послушаюсь Криса. Райан, погоди. Эй. Так, 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 хайкетеры! Тусовочный комитет, поехали. Так, первым делом. Ник и Эбби, идите за травами. А мы с Эммой пойдем на склад за провизией. А ты, Дилан, попробуй зарядить телефоны. Я не знаю, типа... Ну что, погнали! Да. Нихера себе. Это тот старик, да? Ух, ёбаный рот. Да, это походу тот шериф. Спустя года. А это его походу тот с подвала, который... Нет? Что он делает? Я надеялась, что ты вернешься ко мне. Давай-ка глянем. Ну где же они?
Будь внимательнее, верни мои карты, и я помогу тебе. В моих краях так заведено. Прошу, ищи. Тебе пора идти. Еще рано, и луна пока высоко, но время не ждет. История должна быть рассказана. Осторожней. Береги себя. Как скажешь. Ну, ищи мои карты. Что за карты? Где они хотя бы разбросаны? Так, ну на этом моменте, в принципе, можно закончить. С вами был Эколог. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. И всем пока.